Ребята, меня зовут Руслана, и сегодня будет видео «Вещи моих питомцев». Вот в этом шкафчике, вот в этом шкафчике и вот в этом шкафчике. Давайте мы уже начнем с Лёлиных вещей. Так, вот тут у нее все так стоит. Вот здесь баночка с легким говяжьим. У нее целая большая пачка, но я с этой большой пачки перекладываю в банку, так как это удобнее. Вот. То есть она там сходила на пеленку, я ей даю поощрение за это. Она сама прибегает. Просит. Так, дальше. Дальше такой пакетик с резиночками для Лёли, чтобы ей завязывать хвостики. Дальше это вот такая синяя, точнее голубая шлейка для Лёли. Потом еще вот такой вот, в темноте светится вот такой вот, как жилетка такая. Не теплая, просто чтобы собаку было видно в темноте. Также вот такая колбаска от фирмы Продок. Вот. Лёля уже, я ее уже открыла, Лёля ее уже кушала. Лёля там гавкает на пылесос, не обращайте внимания. Также 4 Лёлиных носочка. 2 Лёлиных ботинка, потому что другие 2 я без понятия где. При переезде в дом, скорее всего, потерялись. Также это вот такая вот лента от переноски Лёлиной. Лёлина рулетка от фирмы Флекси, вот такая вот черная. Также когтерез Лёлин и Лёлин ветпаспорт, вот такой вот ветмаркет. Вот. Также я купила Лёле еще вот такой вот коврик, мягкий, очень фикс в прайсе, стоил 55 рублей. Он вот такой вот пятнистый, я Лёле такой уже покупала, только с лапками, с розовыми, точнее розовый с белыми лапками. У меня есть видео с покупками из магазина, там был этот коврик, вот такой вот мягкий, вот он. Очень Лёле такой нравится. Также там еще лежало таких 2 костюма, один такой теплый зимний ее. И вот такая вот кофта. Руками не трогать. Ну, в общем, песик вот такой вот. И перейдем к Лёлиным вкусняшкам. Первое это от фирмы Tidbits. Впервые такие вижу. Ну, видела в магазине. Я их купила в Магните. Причем ни в одном из магазинов такие я не видела. Это вот мягкие мясные снеки с мясом индейки. И такие вот, не знаю, Лёля будет есть их или нет, потому что она очень привередливая. А вот Миша, я уверена, с удовольствием их скушает. Тут написано 80% мяса, но как-то очень маловероятно ожидать этого от Tidbit, но... Вот состав, дегидрированное мясо, индейка, картофель, и лецитин и клетчатка. Вот такой состав, ну, не самый плохой. Такие вот колбаски из индейки с рисом от деревенских лакомств, я их покупала. У меня были покупки из магазина. Вот всего 2 осталось, так как Миша с Лёлей их уже скушали. Вот. Давайте дальше. Лежит такая пачечка, тут куча разных вкусняшек нарезных, которые я порезала, которые я в развес брала. Вот смотрите, тут немножко Лёлиного корма. Вот. Тут вот, я знаю, что это ухо кроличье вроде как, оно в мясе. Потом тут Лёлин корм, медальоны. Я беру эти в развес вкусняшки очень редко. Но вот это вот, например, я этот гематоген на части поделила и сюда кинула. Также вот колбаски порезала, это из мнямс. В общем, кидаю сюда все такие для дрессировки больше небольшим размером. Вот, но некоторые нарезаю. В общем, вот. Я лежала вот такие вот от фирмы Deli Pet, курица, куриные грудки, мы их еще не открывали. Вот, мне просто очень что-то жалко их открывать. Я думаю, сначала я скормлю другие вкусняшки, которые, ну, пока это не закончится, а потом уже это открою. А может, не знаю, может, кому-то подарю. Я всегда держу одну упаковку закрытую, а не открываю все сразу. Вот. Это вот такие вот ломтики от фирмы Deli Pet. Состав здесь... мясо филейной части куриного грудка, картофельный крахмал, яичный белок, глицерин, омега-3, омега-6, витамин Е. Хороший состав. Я знаю, что эта фирма тоже очень хорошая. Вкусняшки, которые лежали у Лёли, это куриные грудки сушеные от деревенских лакомств. Вот, тут их 2. Лёля их просто обожает. Ну, и 2 осталось. Лёля просто обожает. Ну, состав тут куриное филе. Ну, тут, скорее всего, еще какой-нибудь состав есть. Я уверена, просто не дописывает. Вот. Такие вот. Лёля их просто обожает. Вот, с ума от них сходит. Мишины части. Мишины все вещи я вытащила из этого шкафчика. А тут Лёлина вот в коробке легкой лежит. Потому что так будет удобнее. Давайте мы начнем. Первое это от фирмы Beef Dent. Такие вот
жевательные дольки для чистки зубов мясной сорти. Вот такие вот. Порвалась упаковка. Пока я ее несла, она, видимо, порезалась чем-то. В общем, они вот такие вот вкусняшки. Лёля их не любит, а Мише не нравится. Вот как раз для него. Такие вкусняшки я и буду давать Мише. Такое ощущение, что это покупки из зоомагазина. Но нет. Давайте дальше. Дальше это вот такой вот ночной охотник, фирма, я знаю, плохая, как там Вискас, Китикет, вообще все плохо-плохо-плохо. Но это не для Миши, это я привезу кошки из деревни. Бабушки живет кошка, ее зовут Лиза, по-моему. Да, Лиза, то я что-то давненько там не была. Вот, привезу ее такое вот, просто как угощение, потому что она есть натуральную еду, а кормят таком она вообще никогда ничего не знала, но я ее такое вот взяла. Вот. Ну, в принципе, вот тут написано телятина 15%, индейка 10%. В принципе, состав не очень-то и плохой. Вот. Получше Вискаса, я вам скажу. Тут даже для Миши лежит от фирмы Айда Гулять крем питательный для лап собак. Это когда у собаки уже появились мозоли и разные трещины на лапках. Этим кремом мазать, чтобы их не было. У Миши их еще вроде как нет, но у Лёли они есть. А может, в общем, Лёля и Миши сразу, чтобы вот такой вот. Следующее, что лежит у Миши в корзине, это такие витаминки для щенков, вообще для всего, для костей, для мышц. Вот. Я им даю их нечасто. Это от фирмы Polydex, вроде как, если я не ошибаюсь. Давайте дальше. Дальше это немножко осталось там витаминок всего. От фирмы 8 в 1, кальций. А тут совсем мало их. Вот, я их даю тоже редко. Вообще, это такая консерва от фирмы Шеба. Ломтики в соусе из телятины и языка. Это для Миши. Также у него еще есть такая вот цезарь из говядины и кролика в соусе со шпинатом. Еще у него есть для вот этот Purina One для собак. Вот, я ему даю эти консервы, но очень редко это я ему добавляю на какие-нибудь праздники, например, когда ему исполнится там 10-11 месяцев, вот, то есть раз в месяц примерно, может, чуть чаще, я ему даю вот эти вот консервы. Вот. Дальше у Миши лежат вот такие вот от фирмы Gym Dog Sport Snacks. Я их впервые увидела и купила. Они причем продавались в магазине Магнит. То есть ни в одном зоомагазине я их не видела, а продавались в магазине Магнит. Ну, думаю, все его знают. Стоит, по-моему, 140 рублей вот с сыром. Хочу попробовать дать. Может, Лёля будет есть Миша по-любому, а вот Лёля не знаю. Вот. Такие вот вкусняшки от фирмы Вискас. Я их не даю, просто я их купила, когда мы с моей подругой и с Мишей гуляли. И зашли в Пятерочку, мы увидели собаку. Собака постоянно Мишу задирала. Миша там рвался, мы его еле удержали, потому что он очень сильный. И я купила эти вкусняшки, чтобы его как-то отвлекать, потому что другого ничего не было. А пачку корма, ну это бессмысленно покупать какого-то там. Вот. Дальше от фирмы Мнямс паштет для щенков. Я его еще не открывала. Это для Миши тоже. Также могу давать Лёле, но я пока что не открывала. Я Лёле тоже, наверное, дам. Вот. Дальше это куриные палочки, вот такие вот. И это их есть и Миша, и Лёля. Вот. Если всего две штучки осталось. Фирма Деревенская. Дальше это от фирмы Титбит. Впервые вижу такую консерву. Также купила ее в Магните вместе с этими вкусняшками. С вкусняшками для Йорк, для Лёли, которые были до этого там такие нарезные. Вот. Ну вот, собаки тоже смеются, только они смеются хвостами. Я это видела фразу, такая цитата про собак. Написано говядина 95% мяса. Ну, давайте почитаем. Тут просто написано говядина, мясо с продуктами, растительное масло, мука рисовая, морская соль, желирующая добавка, вода. Ну вот, тут не написано сколько чего. Но очень впервые вижу, если сейчас такую консерву вообще тебе. Дам, будет, наверное, дам Мише, потому что Лёле, скорее всего, такое есть не будет. Но попробую. У Миши лежит такой вот поводок оранжевый. Это я его тренирую для выставки. Мне удобнее бегать с удавкой и с вот этим поводком. Также у Миши еще лежит такая зубная щетка. Еще вот такая вот штука для зубов. Зубная паста где-то на кухне лежит. Мама Лёле зубы чистит Мишиной зубной пастой. Также у Миши еще есть вот такая вот колбаска. Тоже от ProDog, такая же, как у Лёли. Одну они уже съели. И еще вот один такой вот поводок, водилка, короткий.
Это Мишин, я на нем его иногда вожу, но не часто. Смотрела эти вкусняшки, но еще не смотрела, как они выглядят. Ой, тяжело. Сейчас, one second. Ох, запаковали его. Все. Давайте достанем. А, вот такие вот, давайте понюхаем. Пахнут, знаете, как ароматизатор сыра для чипсов или чего-нибудь такого. Правда. Что, даже самой хочется попробовать, как сухарик какой-то. Давайте, состав тут написан. Так, ой, тут все очень плохо, непонятно. Ну, тут жиры, ну, тут как-то непонятно, растерто очень, если честно, мне не очень понятен состав. Вот, но если что, потом поищу, на видео показывать не буду, почитаю его. Джим Дог, я знаю, вроде хорошая фирма. Вот тут такие... О, они легко ломаются, они как печеньки. Кстати, я сейчас попробовала, на вкус они не такие уж и плохие. Они как... Как какие-то печенье, печеньки собачьи, но у них ароматизатор есть с сыром, как у сухариков. Вот, ну вы поняли. Сейчас давайте Мишу дадим. Вот он прибежал к окну, а то его уже отучить нереально. Давайте ему дадим. А Мише все нравится, он все кушает, да? Понравилось тебе? Ну, все равно, что есть. Он съест все. Ой, и Шаня. Мы уже посмотрели именно собак вещи. Теперь давайте передвигаемся к вещам грызунов. Первое, это корм Шустер. Вот такой вот он. Блин, еще в окно гавкает теперь. Ну ладно, я к нему скоро выйду. Вот, вот такой вот корм. Это Little One, по-моему. И тут немножко остатки корма Биофар. Дальше это вкусняшки для хомяка и для шустрика. Точнее, для Куки и для шустрика. Не могу никак пока что привыкнуть к его имени. Я его сейчас покажу вам. Тут вообще вот такие вот бананы, разные кусочки. Купила в зоомагазине. Вообще, вот он уже такой большой, вырос, мальчик. Вот он уже почти с мою ладошку. Он пушистый стал, мордочка рыжая. Шо? Ой, шустрик. Куки. Куки-куки. Куки его назвала, потому что он похож на печеньку цвета. Куки. Ай, Мася. Вот. Он такой вот хорошенький. Он уже очень сильно подрос. Когда я его принесла самым маленьким, он уже достаточно большой. По размеру. Ой, давайте его в клетку запустим. Обратно давай, слазь. Пылк. Все, он в домике. Вот. Он пока что клетку устраивает. Я позже еще куплю. По размеру ему хорошую. Куки, куки, куки. Дальше это вот тут вот каменчика был для грызунов. Он закончился. Вот еще одна упаковка. Снова я еще не открывала. Вот. Соляной камень. Также корм хомяка. Вот он тут с разными вкусняшками. Совсем таким. Потом печеньки для шустрика. Потому что хомяк свои уже сгрыз. Вот они. Я их сделала. Потом тут для шустрика и для хомяка вот такие разные орешки, сухофрукты. Также еще вот тут сухофрукты для них тоже вот тут лежат. Вот. Еще для шустрика клетки вот такой ликвизатор запаха. Я его сыплю под наполнитель. Шустрик все равно не ходит по наполнителю, у него там сверху решетка. И оно запах ликвидирует. И еще лежит пылевая смесь вулканических пород для шиншилл. Тут уже другой песок, просто в этой банке очень удобно хранить, так она стягивается. Тут его совсем капельку осталось, попозже надо будет купить. Ребята, если вам это видео понравилось, то поставь палец вверх, подпишись на мой канал. На вот этот канал, вот этот. И всем пока. И, ребята, подписывайтесь еще на группу ВКонтакте от этого канала. Также на группу собак мою тоже ВКонтакте. Еще подписывайтесь на меня ВКонтакте, на мой Инстаграм. И пишите комментарии, точнее, пишите идеи для видео какие-нибудь, какие вы хотели бы видеть видео на моем канале. Вот. Еще понравилась ли вам озвучка Лёли, как она рассказывала про ее новый корм? Если да, то напиши это в комментариях, и я, скорее всего, лайкну твой комментарий.
А пока что всем пока!